Hello, everybody, с вами Данил. Давайте мы еще один видос посмотрим по названию 1 сентября. Линейка. Вот написано. День знаний 2018 год. В КБОУ школа 2098. Линейка. Номер 1. Москва. Что ж, посмотрим, не тратим время и поехали. Внимание, школа! Приветствуем самых маленьких жителей страны школы 2098, наших первоклассников. Их сегодня Начинают сначала первого класса. 460 человек, 16 классов. Вот Так, такое сначала первый А. волнение встречаем мы в свою семью. Приветствуем, ребята, их. Руки. Даже они еще цветы несут. Так, а потом первый бой идет. Сегодня интересно, но страшновато. Очень любопытно. Так, сейчас идет первый В. Так, идет уже первый Г. Второй год у нас работает городская программа «Эффективное начало». Есть первоклассники, которые уже завтра будут называться второклассниками. Так, уже приближается уже один Д класс. Так, уже идет один Е-класс. Сколько их уже, их так много. Так, уже приближается один И. Сколько их, блин, в Москве так много первоклассников. Так, кто там? Первый Э? Уже первый Э идет. Очень много первоклассников, ребята. Просто офигеть. Просто офигеть. Да, вот, все пошло. Торжественная линейка. Торжественная линейка, посвященная празднованию Дня знаний в образовательном комплексе 2098, объявляется открытой. Объявляется открытой. Школа 2098. И по традиции праздник открывается гимном школы. Слався, слався во веки веков, семья педагогов. О, 9 В. О, 9 А, 9 Г. О, 5 Г. Ничего себе, сколько учеников. О, 5 Д.
Вот первый В. Вот первый И. Вот это вся школа у них. Мы очень рады видеть на нашем празднике сегодня дорогих гостей. Заместителя главы управы района Западная Дегунина Серегина Игоря Владимировича. Депутата внутригородского муниципального округа района Западная Дегунина Кудряшову Ольгу Святославовну. Ничего себе. Вот слово это да. Приветствие предоставляется директору образовательного комплекса 2098 Перфиловой Надежде Рафаиловне. Дорогие обучающиеся, уважаемые родители, педагоги и сотрудники комплекса 2098. Наша школа московская, она находится в самом центре нашей России, в самом лучшем городе нашей страны. По праву московское образование считается самым лучшим в России и признано во всем мире. Мы тоже гордимся своими успехами. В прошлом учебном году школу закончило 13 медалистов, которые имеют все отличные результаты по всем предметам. И 2 обучающиеся, которые выиграли на Олимпиаде Всероссийской. Ай, фу ты, блин, опять это белая, это фигня. Всероссийской школьников региона. Мы гордимся нашими лучшими преподавателями, нашими лучшими детьми, потому что наша школа за прошлый год сделала невероятный рывок вперед. Вы знаете, что все школы выстраиваются в московский рейтинг. И если на прошлой линейке я говорила о 74-м месте, сейчас, дорогие мои, мы на 58-м. Вот это да. Я благодарю за такие качественные результаты всех здесь присутствующих. И спасибо огромное педагогическому коллективу школы 2098. Сегодня, как я сказала, в наши ряды прописываются первоклассники, которых 460 человек, это 16 классов. Общее школа 90... Нет, посмотри, это вот вся школа 2098 в Москве в 2018 году. Если за парты в школу в прошлом году села 3500 учащихся, в этом году на 302 обучающихся больше. Вот такая серьезная, большая семья в комплексе 2098. И я уверена, что в этом году мы еще свои позиции повысим и будем выше в рейтинге, чем 58-е. Вот это да! Мы уверены, что наши дорогие первоклассники... Уже другой кто-то говорит. ...сегодняшнего дня. Их можно понять, ведь столько нового и интересного ожидает их за школьными стенами. Мы знаем, что некоторые из первоклассников готовили для сегодняшнего праздника выступление. Выступление малышей – это всегда так трогательно. Они уже совсем не малыши и готовы нам это доказать. Ребята, давайте поддержим их своими аплодисментами. Чё эти бегают? О, они взяли микрофон. О, даже шары даже видно. Дорога в школу, где сияет знание.
Вот это да. В этой школе учится старшая сестра. Значит, первокласснице стать им не пора. Стать такой же умницей, лучшей быть во всем. Ведь в этой школе учимся мы теперь вдвоем. Мы за лето старше стали, и серьезней, и умней. О школе мы давно мечтали, и будем мы учиться в ней. Нам нужны современные знания, и многому нужно учиться. Умения нужны и старания, чтобы жить и работать в столице. О, они уже начинают петь. Это песенка. Это песня. Вот это да! Пели микрофоном. О, кто нам приближается? Кто это? Я помню ее. Это Баба Яга, наверное. Пришла Баба-Яга. Ишь ты, потишь ты. Вот это да. Сколько тут маленьких, вкусненьких. Ой, 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 я хотела сказать умненьких. Умненьких детишечек. А зачем же вы сюда-то пришли, сахарные мои? Вы лучше бы ко мне в лес пришли. Такие румяные, такие... Ой, ну это я так, к слову. А вот я вас сейчас с собой заберу в свою санаторно-курортную избушку. Заберет избушку. У нее не получится их забрать. Сколько игр знаю, веселых-превеселых, и
на сковородках попрыгать, и в печку запрятаться, и вообще много всего. Знаем мы твои игры. Баба-яга, лето закончилось, а с ними и игры в лесу. Начинается школьная пора, мы все идем учиться. Ну вы идите, идите, учитесь. А вот эти, да они же еще маленькие. Я же сказал, у нее не получится их забрать. Рано им еще. Пущай у меня в лесу, на воздухе отдохнут, погуляют. Чтоб, Баба-яга, это просто костюм. Это ученики первого класса школы 2098. С сегодняшнего дня они будут учиться вместе с нами. Ой, да зачем им учиться-то? Кому это нужно? Я вон тысячу лет прожила на болоте без всякой учебы. И ничего. Вот и именно что ничего. Ничего не знаешь, ничего не умеешь. У нас в этом году 9 первых классов. Знаешь, сколько это человек? Знаю, знаю. Сколько? Много.